Что такое современное искусство? Его некоторые говорят сложно понять. Но с другой стороны, если это произведение можно обойти, то это что? Такое произведение искусства нужно обходить. О, верно, скульптура. Если это висит на стене, это значит картина. О, еще лучше, молодцы. А если мы слышим стихи, то это поэзия. Сюда я приглашаю автора песен и стихов Аниса Шайморданова. Спасибо за предоставленную возможность. Я сегодня узнал, что Дед Мороз находится именно здесь. И хотел его увидеть. И спасибо, что он мне предоставил слово. Я, как все здесь находящиеся, большинство, рад этой стихе и своими стихами. Вот, буду рад, что если союз с вашим общим голосом, вашу творческую, репу, что ли, каждый здесь творит, что вот, они в жанре искусства, песни, остальные танцы. Я уроженец Башкортостана, и свое как призвание, что ли, ощутил вот недавно, хотя и писал в районные газеты и даже республиканские. Давно это было, во времена СССР, помню своими какими-то публицистическими выступлениями. Ну, о недостатках, там, о дорогах что-то писал, но это у меня не сохранилось. Конечно, вот, приехав в Москву, я здесь познакомился с моими друзьями Ахат Мухамедов и Ахмад Саттар. Русские стихи и произведения одно, еще Ахада Мухамедова, я перевел на татарский язык. И вот успел издать две книжки, здесь стихи только, а здесь у меня и песни с нотами. И, конечно, чем гордиться, я ничего не знаю, что есть две песни у меня исполняются, есть записи этих песен. Исполняет Ялгас Имен называется, но первоначальный Ялгас поэт назывался, «Одинокая береза», Хамия Фархи исполняет. И Ришат Тухватуллин у меня одну песню в переделанном варианте, уже измененном варианте, но музыкантами вот этих групп, которые немножко аранжируют там. И первоначальная мелодия, конечно, вот немножко тема сохранилась, конечно. Радуюсь, что это моя песня. Это «Младшая Сланбош» называется. На слова нашего земляка, народного поэта Ильдара Юзеева, может кто-то знает, народный поэт Татарстана и Башкортостана, можно сказать. Его тоже один стих я перевел на татарский язык, и у меня песня есть на его слова. И по-русски я тоже, когда выступал с концертами на своей родине, да, 10 лет назад, так скажем, я исполнял для русскоязычных, там, удмуртов, вот, на русском языке эту песню. Но сейчас я здесь не буду исполнять, просто слова хочу в переводе прочитать для вашего внимания. Вот. «Струя ветров, ручьев поток. Родной мой край, просторный край, моей судьбы цветущий рай, вам обо мне напомнят впрок струя ветров, ручьев поток. Версты дорог, износ годов, ожог зари, ночных губов, вам обо мне напомнит вновь ручьев поток, струя ветров. Теплом друзей ушедших дней, судьбы листом, искрой огней, вам обо мне напомнит вдруг струя ветров, ручьев поток.
Родной мой край, просторный край, моей судьбы следующий рай, страна моя, земля отцов, ручьев поток, земля, ручьев поток, струя ветров. Страна моя, земля отцов, струя ветров, ручьев поток. Вот такой текст, конечно, на песне звучит это лучше, тем более ансамбль, вокальный ансамбль, женский ансамбль «Северянка», созданный в городе Воркуте, взяли в свой репертуар эту мою песню. Может, в интернете есть, я не знаю, мы просто сообщили. И большинство, вот все начинают... А что вы приготовили к Ашбабаеву? К Ашбабаеву, вот я хочу, ну, как сказать, из своего репертуара, что ли. По-моему, Ашбабаев с наших разных мест прибыл. Побыл там в гостях, да, в Башкирии. Обязательно. Вот мой один стих есть, посвященный родному краю. Чуть-чуть. О любви я пою, беззаветной любви. Город мой, ты мне путь озари. Ярко слава твоя, ты же радость моя, вновь огнями к себе позови. О любви я пою, беззаветной любви, красоте благодатной земли. Гордый мой Башкортостан, богатырский твой стан, край медовых лугов и полей. О любви я пою, беззаветной любви, лишь отчизне любимой моей, вечно сила твоя, век Россия моя, колыбелью забудь я своей. И... А как называется? Прокшербая. Есть у меня перевод с русского, известные песни «Елочка», если сюда есть, на переводе на татарский. Можно спеть. Урманда туды шершакай, урманда улусте, жайын кышын нафисынны харшак яшылиде. Жилкейлады ана жырлар, ёпла шырши бэлбол, пары бурганға түрді сулы, тумат куя күрмәу. Куркак булаш сұры куян, пашты ышық табып, пашағында усал бүрі, бүтейді шабы. Кунак бұл біздің бейрімді, илма туры шершакай, хам бізге көп-көп шатлықлар, дөйләш сен шершакай. Вот эта песня. Дед Мороз, можно про любовь? У меня один перевод тоже известной песни известного исполнителя, ну, в наших краях Призурали Ильгарай, исполнитель такой есть, песня с Джаном. Вот перевод мой на русский язык. Звездным небо, небе огоньками, огоньки считая, соловьиной трели подражая, с тобой вместе песню напевая, приближали мы рассвет, в небе яркой вспышкой загорая, нашим думам пути озаряя, звездный час нас позовет мечте той, что ждали много лет. Джанам, моя дорогая, губы сладкие целуя, тебя любя и лаская, твержу я в ответ. Багрым, ты любовь земная, в жарких объятиях пылая, растворяясь и мечтая, хочу с тобою жить. Голубками ворковать с тобою, вместе жить нам суждено судьбою, не устану я твердить вновь и вновь. Нет других, багрым, ты да я, пусть в душах всегда поют соловьи, и разбудит по утрам луч зари, а дороги любви нам предстоит пройти вечно вдвоем. Ну, немножко там нам нужно интересно что-то. Спасибо, Дед Мороз. Но я хочу свое выступление завершить. Может, Гульчачак тоже возьмет это в свой репертуар. Есть нашего детства песня, молодости, юности тоже. Слова или музыка, вот я не могу сейчас... Могу перепутать. Музыка Шамши Калдаякова на слова Гафур Каирбекова. Есть такие авторы? Есть. Правильно говорю? Аниме. Давайте споем. Ирген сэн син мила ол нурын тонарным. Жиган сэн син мила баргэрин доланым. Ирген сэн конатла. Oh,
народный, все его песни народные. Возьмешь свои репертуары? Это песню мы поем всегда. Спасибо. Спасибо.